Мастер вышитой листы – один из нескольких анонимных художников с именем. Традиция, восходящая к концу XVIII века, когда европейские ученые изобрели систему условных имен для идентификации неизвестных художников. Каждое условное имя состоит из термина «мастер», за которым следует характеристика, которую можно наблюдать в нескольких работах художника, например, год, неоднократно указанный на произведении, монограмма или то, как художник изобразил место, фигуру или особый мотив. Исторически сложилось так, что анонимные художники всегда считались второстепенными мастерами. Этот нидерландский художник или, может, даже группа художников работали в Брюсселе или Брюгге в период 1480-1510 года. Мастера связывают с группой картин Мадонны с младенцем в пейзаже, которые изображают их в одинаковых позах, основанных на общем источнике. Имя мастера происходит от стиля листвы в работах, похожего на повторяющийся рисунок вышивки. В 1926 году выдающийся немецкий историк искусства Макс Фридлендер приписал группу нидерландских картин конца 15 века с изображением Девы Марии и Младенца Христа в идентичных позах неизвестному художнику, которого он назвал мастером вышитой листвы. На этих картинах деревья, кустарники и почный покров многочисленные, замысловатые и очерчены с удивительной точностью, похожей на вышивку. До конца 20 века мастер вышитой листвы считался художником, работавшим в Брюсселе в конце 15 века, стилистически обязанным своему прославленному предшественнику Рогеру ван дер Вейдену. Ван дер Вейден был ведущим нидерландским художником середины 15 века. Его работы получили международное признание за их натуралистическую детализацию и эмоциональную насыщенность, оказавшие влияние на следующее поколение художников в Брюсселе и Брюгге. Ван дер Вейден содержал большую мастерскую, в которой работали высококвалифицированные помощники, эффективно делавшие версии его композиций. Заказные версии могли содержать определенные ландшафтные и декоративные элементы по вкусу клиента. На многих картинах мастера вышитой листвы некоторые элементы взяты непосредственно из известных работ ван дер Вейдена. Например, фон картины из Вильямстауна является точной копией фона картины ван дер Вейдена «Святой Лука, рисующий Богородицу»,
которая когда-то висела в частной часовне в Брюсселе. Павлин на картине Миннеаполиса, повторяющийся элемент средневековых картин с изображением Девы Марии. Павлин – символ бессмертия, ассоциировался с телесным вознесением Богородицы на небо после ее смерти. Но был ли мастер вышитой листвы, который учился в мастерской Ван дер Вейдена, одним художником? Чтобы ответить на этот вопрос, четыре картины, приписываемые мастеру вышитой листвы: «Мадонна с младенцем в пейзаже», «Миннеаполис, институт искусств», «Мадонна с младенцем на троне» из художественного института Стерлинга и Франсис Кларк, Уильям Стауни, штат Массачусетс, «Богоматерь с младенцем в короне», «Двух ангелов» из музея Грунинг в Брюгге, Бельгия, и «Триптих Богородицы в окружении ангелов-музыкантов» из музея изящных искусств в Лилле, Франция, подверглись анализу датировки древесины, который называется дендрохронологией. Кроме того, картина института была отправлена в Центр консервации произведений искусства, расположенный на территории художественного института Кларка, где вместе с картиной Кларка она подверглась ненавязчивому научному анализу, включая ультрафиолетовое излучение и рентгеновские снимки. Чертежи обеих картин были дополнительно сопоставлены с использованием инфракрасной рефлектографии, неинтрузивного анализа с использованием инфракрасного излучения для визуализации поверхности грунтовых слоев старых картин на панели и холсте, скрытых под слоями краски. Почти 90 лет назад Фридлендер полагался на свою ученость и проницательный взгляд, когда делал свои атрибуции, большинство из которых остаются общепринятыми и сегодня. Но используя сложную научную технологию, доступную в настоящее время, средневековая тайна бросает вызов гипотезе Фридлендера и предлагает новую для современной аудитории. Thank you.
Thank you.